Приветствую всех, кто смотрит это видео. В этот раз будет видос по игре Evil Nun. Мы продолжаем покупать всякие приколюхи в магазине. И в этот раз, пожалуй, посмотрим для злой монахини всякую штуку. Тут у нее, как мы видим, всякие новые эти оружия, я так полагаю. Ну, не только оружие, но всякие для монахини аксессуары. Так, что тут у нас? Огромный молоток, любимое оружие злой монахини. Она с ним никогда не расстается. Золотой крест. При наличии этого оружия в школе будет появляться больше монет. Ну, это неинтересно. Сейчас посмотрим, что дальше. Булава с черепами. Злая монахиня оставляет после себя следы. Теперь вы не упустите ее из виду. Желтая линейка. Это оружие поможет вам ускользнуть от злой монахини. Это уже интересно. Посмотрим. Так. Маска собаки. Злая монахиня всегда будет передвигаться на четвереньках. Ну, не знаю, как это мне поможет. Тяжелый меч. С таким тяжелым оружием злая монахиня не сможет пригибаться. О, круто, то есть она за мной ползать не сможет. Так, и пиксельная голова. У злой монахини будет ограниченный обзор. О, Майнкрафт-башка типа у монахини будет. Это интересно. Монахиня с Майнкрафт-башкой. Так. Ну, я, пожалуй, куплю все это тогда. Так. Чё бы выбрать? Ну, давайте пиксельную голову. Посмотрим, какая у монашки будет в Майнкрафт-башка. Так, играть буду налегко в этот раз. Сейчас посмотрим, как будет монахиня с Майнкрафт-башкой выглядеть. День первый. Так. Ну, я Кирилл Тарпанов, я буду хорошо себя вести, как всегда. Та-да-дам. Так, у нас здесь есть огнемет. И у нас есть взрывные горшочки. Давайте монашку взрывным горшком ботнем. Так. О. Монетки. Вон. Вон у нее башка квадратная, ребят. Ой. Что это за дичь? Я ее еще и взорвал. Это просто смешно. Монашка, что с тобой случилось? Вот что бывает, если много играть в Майнкрафт. У вас будет Майнкрафт-башка? Да, но я что-то не вижу, что... Сказано, будет ограниченный обзор. Ой, блин, она меня спалила. Сказано, что ограниченный обзор. Блин, она меня грохнула. Ну нет, она с этой Майнкрафт-башкой прикольно выглядит. Последний день. Так, ну ладно. Я повнимательнее посмотрю на Майнкрафт-бошку. Ее. Так. Так, а это там что? А, я вспомнил. Я же говорил про это. Так. Нет, реально, блин. Монахиня с Майнкрафт-башкой. Ты меня-то увидишь? Увидела. Увидела и смылась. Эй, ты! А отсюда меня увидеть сможешь? Увидела, смотри-ка. Почему же у нее обзор-то? Сказано ограниченный обзор. Но меня она увидела. Ну ты, блин. Выглядит она, конечно, глупо. Так. А, блин. Как она меня спалила, интересно. Это странно. Так, ну ладно. Давайте, ладно. Блин, я только не знаю, как концовку пропустить. Ну она все, она меня сейчас...
Ну и башка у тебя, блин. Ну да, тут хотя бы я поближе рассмотрел ее голову в плохой концовке. Да-да-да-да-да. Я хотя бы поближе ее голову рассмотрел, Майнкрафтер, но нет, она выглядит ржачно. Умора просто. Так, ну ладно. Посмотрим, что тут еще прикольного есть. Так, сперва пиксельную голову посмотреть, теперь давайте глянем на маску собаки. Посмотрим, как теперь будет выглядеть монашка. Думаю, это будет точно так же забавно, как и с Майнкрафт башкой. Так, а тут монашки нет. А где она тогда? Надо ее приманить. Вон она. А, она теперь медленнее передвигается. Эй, Тузик, иди сюда. Эй, Тузик, Бобик, как там тебя? Иди. Эй. Ну ты, блин, наркомания какая-то. Монашка, что с тобой? Что с тобой случилось? Ну блин, серьезно, что с тобой случилось, монашка? Это пипец. Ну короче, я посмотрел, что хотел. Понял. Класс. Обалден. Ой, блин, не играть, мне же надо в магазин зайти. Так, посмотрим теперь на... Это оружие поможет вам скользнуть от злой монахини, линейка. В этот раз монашка линейку у Балди спиздила. Ну, сейчас посмотрим. Балди, интересно, ей леща за это не даст? За то, что она украла его линейку. Ну, сейчас посмотрим, смогу ли я от ее линейки увернуться. Ух ты, монетки. Вон у нее линейка. Монашка, давай сюда чеши. Давай сюда иди, идиотка. Ну не надо так орать. Так. А как ускользнуть-то? Ну-ка, сейчас попробую подпустить поближе к себе. Ну, блин. А, вон она один раз подошла и сначала меня не ботнула. То есть у меня есть шанс от нее отскочить. Сейчас еще раз посмотрю, потому что я что-то не понял. Как мне уклоняться от ее линейки? Иди сюда, монашка. Идет. Увидела, так. А, теперь ей надо ко мне ближе подойти. Вот я уклоняюсь. Ей надо ко мне подойти ближе, чтобы меня ударить. Понятно теперь, вот. Все, я уворачиваюсь от нее. Если бы у нее был молот, она бы меня грохнула сразу.
Но теперь все вижу. Понятно. Ну что ж, хорошо. Я все понял. Выхожу отсюда. Так, у нас еще остались этот, булава с черепами и меч. Давайте на булаву посмотрим. Какие следы будет себе, будет после себя монашка оставлять? Ну, скорее всего, черепа валяться будут. Это точно. Так, бла-бла-бла. Ну чё? Она молится. Так. А, кровь. Так, а чё это? Понял. Она, короче, кровавые следы оставляет. Сейчас надо её вот так вот выслеживать по кровавым следам. Сейчас я ее буду выслеживать. Так. Ищем кровавый след. Ну и где? А, вот где. Она там. Вон она идет. Так. Вон кровавые следы. Ну, в общем-то, я все понял. Остается посмотреть на меч. Все, а на крест неинтересно. Крест это понятно. Так. Ну что, если сказано, что она не сможет пригибаться, значит, надо вжух. И в люк. Вот она. Опа. Да, и не может. Ха-ха-ха-ха. И что ты сделаешь? Прыгнуться-то ты не можешь. Хе. Ну, понятно, в общем. Все посмотрел. Ну, хорошо, все. На этом все, пожалуй. Ну, чё, круто. Мне больше всего понравилось с собакой с Майнкрафт-башкой. Это вообще... Это что-то с чем-то. Монахиня так смешно выглядит. Можно даже приколы запилить с этого в игре про монахиню. Ну, потом обязательно сделаю. Сейчас у меня другие планы насчет приколов. Ладно, на этом, пожалуй, все. До свидания.